Здравствуйте! Сегодня я снимаю для вас новогодний трек. Насколько сильно вы ждете Новый год? Очень сильно. С чем ассоциируется у вас Новый год, праздник Деда Мороза и елка? Была ли ваша жизнь волшебная новогодняя ночь, которую вы будете помнить всю жизнь? Пока нет, еще не наступил такой момент. Кем вы бы хотели быть, если бы участвовали в новом маскараде? Ну, может быть, Снегурочкой. И, между прочим, думаю, почему бы нет. Рассказывали вы в детстве стихи или писали письмо Деду Морозу? Нет. Шестой вопрос. Хотели бы встретить Новый год, чтобы получить? Нет. Хочется снега, как-то если нет снега, какой же это Новый год. Встретить Новый год, на какие это прекрасно и просто чудесно. Считаю, это было какое-то круто. Я всегда за адреналин. Вы любите дарить или получать подарки? Да, я люблю и дарить, и получать подарки. Что одно я не могу выбрать. Если в вашей семье новогодние традиции нет, о чем вы бы хотели попросить Деда Мороза? Счастья, здоровья в этом году. Больше мне ничего, знаете, не надо. Надеюсь, вам это видео понравилось. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!